Здравствуйте. Сегодня будет борьба с грибком на стенах в комнате. Вот у нас окна, и над окнами, и внизу, везде у нас грибок. Вот так мы вытираем, вытираем, и все у нас как-то не особо получается бороться с ним. Ну вот решили попробовать такой способ, это сода и перекись водорода. Раствор делала таким образом. На литр воды тепленькой 25 грамм соды и 25 миллилитров перекиси водорода. Намочили тряпку. И влажной тряпкой протираем стены от грибка. Сейчас из-за боевых действий в Украине часто отключают свет, и поэтому из-за сырости образовался грибок. Здесь в углу на стене также грибок мы видим. Сейчас будем протирать. Пятна легко убираются. А завтра посмотрим, как здесь будет. Может, от соды и стена подсохнет. Это все из-за сырости. Потому что не топили, было холодно, сыро. Вот образовался такой грибок. А на потолке вот мы видим отдельные пятна. Весь потолок в черных пятнах. Вот такой грибок. Как он быстро распространяется, когда в комнате сырость. Так, мы сейчас вытираем и показываем, как мы его убираем. После обработки прошло 4 дня, и мы видим уже результат. Намного светлее потолок стал. Во-первых, сода подсушивает, перекись уничтожает грибок. Да и потом перестали отключать свет уже несколько дней, стали лучше топить батареи. Вот и совершенно другой результат у нас. В углу возле оконной рамы также были пятна черные, уже развивался грибок. Ну и после обработки мы видим, что все у нас намного лучше стало и посветлело. Конечно, в борьбе с грибком можно использовать и химические препараты, которые продаются в магазине. Но такие препараты могут вызвать и бронхиальную астму, и бронхит, и аллергию, и другие заболевания. Особенно если в комнате есть маленькие дети или пожилые люди, и люди, которые просто страдают какими-то хроническими заболеваниями. Поэтому этот метод более щадящий, и он нам нравится, но нужно, конечно, раз в неделю обрабатывать такие места. Вот. Ну а сегодня все. До свидания. С вами была Татьяна. До следующих встреч.